Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатару Вашаки Пасинду Бевачу Патитананг Павуне Бхавишнаве Бхё Намо Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Ядки Патаманг Банде Парамананда Мадавам Бриндаваи Тулсидеббхуи Пиявуи Кесавасачу Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нароттамам Девинг Сарасватинг Весам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катха Упадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагна Мавишча Духам Тетас Падам Сива Беринчанутам Сараньям Витатихам Панотопал Бхабад Дипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпад Паллавана Качандамани Чатая Бисфурджи такима пигапавадусвадарши Пурнанурагара сасагара сарамурти Сарадхикамай кадакипам кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита Бхуджау Канука Бодату Шанкетанай Капитару Камала Йотакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Пало Банде Джагат Прия Кару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманага мада апахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасасте Хиде Самбид Вам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Кипая хори кита намути дхарам дхарани варахарка гаура джанам джанакадика васала снигида падам пранамами садапабху паду падам пранамами садапабху паду падам пранамами садапабху паду падам. Гаудия Гоштхипати. Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал: «Если я приму прибежище у логических интерпретаций, абсолютная истина оставит меня. Если я приму прибежище у логических измышлений, интерпретаций, абсолютная истина исчезнет». Это главная сиддханта. Вчера я уже сказал, что без настоящей гуру крипы, вы не сможете переварить шастра сиддханту. Без гуру крипы никто не сможет понять шастра сиддханту. Вы можете знать много шастр, много можете всего запомнить, но это ваша заслуга, ваше преимущество, но бхакти является естественной функцией вашей души. Вы можете показывать свои выдающиеся способности, но это не есть бхакти, потому что бхакти является естественной функцией души. Если вы заинтересованы в том, чтобы понять, какова природа вашей души, какое благо вы можете принести своей душе, а не телу и материальному уму, если вы хотите устроить благо вашей душе, автоматически вы обнаружите, что все споры, все аргументы уйдут из вашего сердца. Прежде я много раз упоминал, что Шрила Прахлад Махараджа говорит Нарисимхадеву следующее: «Прабху, мой ум материален, он так опасен, я не могу сконцентрироваться на твоих лотосных стопах. Есть один лишь способ, с помощью которого обусловленная душа может достигнуть высшего блага, принять прибежище Апракрита Шабда Браман. Без этого, если вы будете бегать по всему миру и принимать прибежище у разных саду, но если вам не повезет обрести такого саду, который дарует вам Апракрита Шабда Браман, которым обладает сам, который реализовал сам. То есть я не могу говорить ни о чем, что вне моего понимания, о чем я не имею реализации. Если я говорю о чем-то, что я сам не реализовал, это не коснется вашего сердца. Это очень опасно и для меня, и для вас. То есть то, что я сам не реализовал, у меня нет права говорить об этом. Обычные люди настолько невинно глупы, что не понимают, что такое парамартха, что материально, что трансцендентно. То есть материалисты, они настолько глупы, что не могут понять, что такое настоящий звук, куда нужно идти, а куда не нужно. Поэтому они не могут прекратить споры. Прахлад Махарадж показывает единственно верный путь, который подтвержден во всех подлинных писаниях. Пока вы не примете прибежище у Апракрита Шабда Брамана,
вы можете путешествовать по всем 14 мирам, жизнь за жизнью. Сейчас вы родились в Италии, в следующей жизни родитесь во Франции, Америке, потом в Африке и так далее. Вам не интересна ваша атма, вы забыли о ней. Вы все время заняты своими материальными желаниями, своим материальным положением, какого цвета моя кожа, в какой стране я рожден, как меня зовут, какое у меня образование. Все это внешние вещи, временные. Но самое главное, вы забыли. И если вы, то есть вы должны быть сконцентрированы на атме. Поэтому прежде я уже много раз говорил. Я объясню эту шлоку, и вы поймете. Прежде я хочу привести пример из того, что говорит Прахлад Махарадж. Нарисимхадев, существует один лишь способ. Это принять прибежище у твоей Харикадхи, у твоей Кадхи. Но мой ум настолько материален, что я не могу сосредоточиться на твоей Харикадхе. И таким образом я не могу достигнуть тебя. Это были слова Прахлада Махараджа. О Нрисингхадев. Я падшая душа. Постоянно танцую, зачарованный тремя гунами материальной природы. Таково мое положение. Я постоянно думаю, как достигнуть твои лотосные стопы, но это абсолютно невозможно для меня, потому что существует один лишь способ достигнуть твои стопы, принять прибежище у твоей апракрита шабда катхи. Но этот мой материальный ум не собирается слушаться меня, потому что мой ум ограниченный. Если я, то есть не просто ограниченный, а связанный, повязанный, если я ему говорю делать так, он действует абсолютно противоположно. Он материален и постоянно танцует сам по себе. Я совершенно не понимаю твою харикатху, то, о чем ты говоришь. Я не могу это оценить должным образом. Я иногда слушаю, но неосознанно. Я не могу понять, о чем ты говоришь, потому что мой ум беспокоен, чанчал. И так Шрила Прахлад Махарадж размышляет таким образом. И в Бхагаватам сказано, когда мой ум, по правилам санскрита, переводится так, что мой ум асати. Асати означает не благочестивая женщина, проститутка. И мой ум повсюду блуждает. Когда мой ум станет благочестивой,
женщиной, когда он начнет действовать как благочестивая женщина. Благочестивая женщина всегда хочет удовлетворить своего мужа, полностью следуя ему. Такова ее обязанность. Кто же наш муж? Кто ваш муж? Вы собираетесь устраивать свадьбу, жениться тут и там, спорить со мной? Но кто же ваш муж? Если я вам скажу, в общем, нет у вас никакого мужа, один лишь у вас муж есть. Это Кришна. Вы должны осознать это. Если в один из дней вы поймете это, что ваш муж только лишь один лишь муж у вас — это Кришна, все ваши проблемы закончатся. И благочестивая женщина всегда хочет следовать своему мужу. И когда мой ум будет следовать твоей харикатхе, он будет постоянно танцевать, слушая харикатху и киртан. И это есть зеленый сигнал для вас, то есть зеленый цвет светофора. Ваша машина в один день может достигнуть вашей цели, места прибытия. И какова же ваша цель? Это Кришна Према, достигнуть трансцендентный мир, Апракрита Джагат, где вы обретете вечное служение. Я знаю, возможно, вы думаете, что это просто разговоры. О, Махарадж говорит философские размышления, как же это вообще возможно, применимо. На самом деле, положение обусловленной души настолько плохо, если я хочу напомнить вам, обусловленным душам, люди, вы умрете, я умру. Вы умрете в один день, но вы не можете этого осознать. В тот день, когда вы осознаете, что вы умрете, все ваше низкое поведение прекратится. Вы поймете, действительно, Махарадж, я могу в любой момент умереть. Тогда вся ваша политика, все ваши грязные дела, все исправится. Если кого-то приговорят к казни, скажут, что завтра в 6 часов ты будешь повешен, и ему спросят у этого человека: хочешь, мы можем исполнить твое последнее желание, хочешь сладкий рис или сладости какие-то другие? Все это... Что вы говорите? Я умру в 6 часов утра. Что вы говорите о каких-то сладостях, о каком-то сладком рисе? Все это бесполезно абсолютно. В этом суть. В тот день, когда вы осознаете, что ваша смерть стоит позади вас, когда Видур Махарадж напоминает нам, Дхритарашти, называя его слепой, слепой, слепой. Он внешне он слеп, но также он слеп в сердце. Если вы просто слепы, не можете ничего видеть, нет проблем. Но если вы абсолютно слепы в сердце, это гораздо опаснее. И Видура Махарадж дает предупреждение ему, говорит, что Махарадж, ты до сих пор живешь тут, счастливо живешь тут. Ты не видишь смерть, она стоит позади тебя. Она уже пришла и хочет... Посмотри, ты хотел убить панчапандавов разными способами, хотел отравить их. И их благочестие...
благочестивая, их благочестивая жена, Лакшми Деви, которая на самом деле Драупади, ты хотел оскорбить ее. Ты подобен собаке. Подобно собаке, ты ешь, принимаешь хлеб от них в их доме. Ты совершил сильнейшие, глубочайшие ошибки. Всю свою жизнь ты действовал неправильно. А сейчас ты хорошо живешь в их доме. Вайшнавы не видят никаких недостатков ни в ком. Но кто ты такой, чтобы принимать служение от них? Они оказывают его тебе. Но ты принимаешь это подобно собаке. Ты ешь остатки хлеба. Ты ешь хлеб, данный, дарованный тебе Бимой. Оглянись, смерть ждет тебя. Немедленно иди и постарайся сделать что-то хорошее в своей жизни. И немедленно, благодаря могущественным словам Видуры Махараджа, почему люди вступают в неблагоприятное общение? Ходят в клуб танцевать без одежды. Какая кому разница, что там мы делаем? Но я думаю обо всех вас. Я постоянно думаю о вашем благе. Я не эгоист. Прохлад Махарадж говорит, я не эгоист. Ты даровал мне милость. Но все обусловленные души, все они нуждаются в твоей милости. Ты должен даровать милость также. Я не пойду в лес, думая только о своем собственном благе. И это особенность Гаудия Матха и Шрилы Прабхупады. И таким образом, благодаря сильной речи Видуры Махараджа, он ушел из этого дома ночью. Ради своего собственного блага. Почему искренние люди постоянно хотят находиться в благоприятном общении? Если Бхагаван скажет вам, то есть эти преданные, они молятся, что Махарадж, благословите меня, чтобы жизнь за жизнью у меня была возможность благоприятного общения. Такова молитва преданных. Притху Махарадж также молится также. О, какое благословение ты хочешь? О, Махарадж, даруйте мне миллионы лет, когда я смогу слушать вашу Харикатху, Катхамриту. Какого рода благословение ты хочешь? Да, это лучшее благословение для меня. Вритрасура перед смертью также говорит то же самое. В соответствии со своей кармой, куда бы я ни пошел, я хочу находиться в общении с Гуру и Вайшнавами. Это моя последняя молитва. Даже те, кто ситхи, те, кто обрели вечное служение во Вриндаване, они также молятся таким же образом. Что говорить о нас с вами? Почему обусловленные души всегда должны оставаться в хорошем общении?
стараться найти хорошее общение. Потому что благодаря Харикатхе они могут разорвать все оковы сердца, могут освободиться, могут осознать свое положение. И это называется джива-доя. Постарайтесь понять, это то, о чем Прабхупад все время хотел сказать нам. Джива-доя значит обрести нашу, понять, что мы есть Кришна-дасы. Нужно всегда стараться думать об этом. Вернуть назад, то есть понять это, реализовать это. Помочь, то есть осознать нашу, кто мы есть на самом деле. Это есть настоящая милость к дживам. И гуру Вайшнавы могут это нам показать, могут явить нам эту милость, но демоны не могут. Они могут предложить какие-то материальные удобства, я могу отвезти вас в Америку, познакомить с прекрасной девушкой во Франции, поженить вас. Вот такого рода материальные блага они могут предложить, но гуру и вайшнавы могут побить вас. Побить, сказать, сиди здесь, идиот. Их шлепки, их пинки — это их благословение. Это благословение высшего порядка. Поэтому Наротам Дас Такур плачет, когда я обрету эту уникальную любовь, когда мой Гурудев, Локанат Гасай, возьмет меня и вручит лотосным стопам Шрилы Рупа Госвами. Сиру перо паду падме море саморпиве. Когда я обрету эту уникальную удачу, что мой Гурудев вручит меня лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами Пада, когда я обрету эту удачу, что все приянармасаки будут ругать меня, «Эй, ты не понимаешь, как служить должным образом? Делай так-то, делай так-то». Так они будут ругать меня. То есть, таким образом, гуру и вайшнавы будут исправлять меня. Никто не хочет... Никто не хочет, чтобы попасть под контроль шастров, гуру, шастр, гуну, гуру и вайшнавов. Люди хотят все время, чтобы им управлял их беспокойный ум. И в этом главная проблема. Никто не хочет быть под контролем гуру и вайшнавов, но это мое глубинное желание, чтобы жизнь за жизнью я оставался у лотосных стоп Гауранги Махапрабху и Нитянанды. Как Бхактивинода Такур учит нас, Я хочу быть под контролем гуру и вайшнавов. Это мое желание. Если оно исполнится, я обрету служение в вечном мире. Нечем будет беспокоиться, автоматически все это придет ко мне. И таким образом Наротам Дас Такур молится так, и это должно стать и нашей молитвой. Из Бхагаватам также стих.
какова причина того, что все сознающие души стремятся обрести правильное общение с сатсангу. Единственная причина этому, что через харикатху, а харикатха всегда исходит из лотосных уст гуру и вайшнавов, с помощью этой харикатхи у нас появляется возможность, почему мы хотим обрести общение с гуру и вайшнавами. Потому что благодаря этому мы можем обрести общение с Кришной. На хинди во Вриндаване Бражаваси поют очень прекрасно. Мы не можем понять их язык, но эти молитвы могут коснуться нашего сердца. То же самое говорит Шанкара Ачарья, и все шастры говорят об этом, но мы не заинтересованы в этом, это нам не интересно. Что поделать? Как я могу привлечь ваше внимание? Я пытаюсь донести до вашего сердца, но кто обращает на это внимание? Я не собираюсь обмануть вас, но кто будет слушать меня? Шанкарачарья говорит то же самое. Туласи Дас также говорит об этом. То же самое сказано в Бхагаватам. Если невозможно общение физически с садхгуру вайшнавами, это всегда возможно на ментальном уровне в уме. И они могут понять, сколько у вас любви к гуру и вайшнавам. И в соответствии с этим они дают милость в соответствии с размером нашей, с глубины нашей любви. Не надо молиться, о, Махарадж, Крипа-Кора, то есть дайте милость. Милость автоматически приходит, это автоматический процесс. Шрила Гурупад Падма говорил, ему когда молились, говорили, что, о, Махарадж, пролейте свою милость, а он говорил на них, капат, то есть лицемер. Лицемер никогда не обретет милость. Те, кто искренни, они определенно получат милость, несомненно. И этот процесс Прабхупад всегда применял. Это особенность Прабхупады. Он никогда не шел по такому пути, что предлагая какие-то удобства, заманивал людей. Напротив этого, он как бы он мог дать пощечину. Он сам говорил, когда я получил пинок от моего гуру Пада Падмы, я осознал, что в этом мире нет ничего. Ничего для меня. В этом материальном мире нет ничего для меня. Друг мой — это Кришна. Только Кришна. И тогда я осознал, что Гурудев и Вайшнавы — мое единственное богатство. Мы думаем, что вот столько богатств у нас, наше положение, наше имущество и так далее. Почему мы думаем так? Потому что мы не можем осознать свое положение. Для того, чтобы вернуть назад наше сознание, чтобы мы осознали, что мы являемся Кришнадасами, слугами Кришны, необходима огромная милость, высочайшая милость. И Прабхупад занимался этим. Он постоянно проливал ее. Он никогда не хитрил ни с кем, никогда не хотел обмануть никого.
Он всегда применял этот процесс. То, о чем говорит Прохлад Махарадж. Мой ум не может сконцентрироваться на твоей Харикатхе и Киртане. Но это единственный способ, как достигнуть твоих лотосных стоп. Что же делать? И, Прабху, имей в виду, я не эгоистичен. Если ты дашь мне какую-то милость, я хочу, чтобы ты пролил эту же милость на всех асуров, на всех демонов этого мира. Если ты хочешь даровать мне милость, я уже на самом деле ее получил через Нараджи Махараджа. Также ты должен пролить эту милость на всех. И я не хочу идти в лес ради собственного блага. Наньям тада сасаранам брамато нупасе. I cannot find any help for those, you know, pandit souls. Я не могу найти никакой поддержки, никакой помощи, которая бы снизошла на этих обусловленных душ. Пожалуйста, Господь, ты должен пролить милость на них. Это моя просьба. На самом деле, это просьба всех наших гуру и вайшнавов. Они слушают мою харикатху. Если ты любишь меня, ты должен пролить милость на них. Я люблю их. То есть говорится, что если гуру и вайшнавы любят вас, это значит, что автоматически милость Бхагавана сойдет на вас. В следующий день я подробнее обсужу это. Если вы наслаждаетесь милостью гуру и вайшнавов, вы поймете это в сердце. Вы почувствуете, что вы можете спокойно повторять харинам, что нет никакой неудовлетворенности, то есть все хорошо становится внутри вас. Ничто внешнее не может обеспокоить ваше сердце. В таком случае точно, абсолютно точно, гуру и вайшнавы проливают свою милость на вас секретным образом. Сейчас я хочу вернуться к тому моменту, что в тот день, когда вы поймете, осознаете, что такое смерть, если я пятилетнему мальчику скажу смерть, например, его отец служит где-то в военной организации, и вот если он убит в один день, приходит домой его мертвое тело. И мальчик ждет отца. Его отец, как бы тело отца приехало, привезли его, но он не понимает ничего о смерти. Он стоит у входа и ждет, когда его заносят. Военные заносят его. И мальчик смотрит, почему отец не разговаривает с сыном, почему он не ходит, он так сильно любил меня. Потому что мальчик не имеет никакого понимания, что такое смерть. Нужно осознать это. И так как если вы вайшнавы, вы должны осознать, что такое смерть, и тогда все проблемы прекратятся. Вы сможете сконцентрироваться, оставить все споры, аргументы, доводы. Когда наступает весна, как вот сейчас она только что прошла, Ритура Аджи Басанта.
На санскрите называется мадумас. То есть, когда наступает весна, мы видим, что все когда весна приходит, старые листочки отпадают и вырастают новые. Сейчас я приведу пример. День и ночь вы должны чувствовать. Допустим, вот сегодня вы кто-то проснулся в 5, кто-то в 10 утра. Я не знаю, я не проверяю, во сколько вы там встаете. Но такого правила, что вайшнавы должны просыпаться до 4 утра. Потому что в противном случае вы... То есть не сможете должным образом мыслить, потому что мудрость заключается в том, что чем раньше ты лег, тем раньше ты встал, и тем мудрее человек. То есть каждый день нужно чувствовать, что вот с наступлением темноты, что сегодня солнце встало и солнце зашло, прошел день. Что же я сделал за этот день? Как листья спадают с дерева, так же безвозвратно ушел еще один день. И таким образом я продолжаю свое движение к смерти. Одна секунда прошла, одна минута прошла, один день, одна неделя, один месяц. Таким образом, день за днем я приближаюсь к своей смерти. Если вы поймете это в самом сердце, все проблемы прекратятся, никаких доводов не останется. Останется лишь убеждение, что необходимо идти и слушать от саду, находиться в настоящей сад-санге. Я могу вам пообещать, что 100% очень скоро вы осознаете, что ваше положение, вы поймете, что ваше положение изменится. Один преданный, который очень меня любит, он плачет, что делать. Хорошо. Это хорошо, вот такое раскаяние. Хорошо, когда вы можете так вот плакать, что вся моя жизнь прошла бесполезно. Если такое чувство, хотя бы такое чувство коснется вашего сердца, это хорошо, что вся жизнь прошла. Я не сделал, не извлек из этого никакого блага. Итак, что же самое удивительное в этом материальном мире? Этот вопрос Дхармарадж. Был задан Юдхиштхира Махараджа. Если ты постоянно находишься в связи с Анантадевой, с Кришной, соответственно, и если ты постоянно в общении, в связи с Анантадевой, с Баларамом, тогда и Кришна также присутствует. И тогда ваш мозг, он очень охлажден. В любых обстоятельствах вы остаетесь спокойны. Как?
как Прабхупад, мы должны размышлять таким же образом. Мы должны заниматься своим делом, харибаджаном. Что самое удивительное в этом материальном мире? Юдхиштхира Махарадж обладал очень холодным умом. Он всегда оставался у лотосных стоп Шри Кришны. И он дает ответ. День и ночь. Тысячи людей умирают сейчас от коронавируса. Тысячи людей умирают. Тысячи. Так вот, за два дня человек может умереть. Раньше он не мог и подумать, что он умрет через два дня, там какой-то богатейший человек из Америки. Также в Италии, Германии. В общем, люди умирают. Все ложные эго, они улетучиваются. День и ночь. Мы получаем известие о том, что тысячи людей умирают. Каждый день мы видим это. Каждый день смотрим по телевизору новости. Но мы не можем реализовать, что эта же смерть может прийти ко мне, возможно, через долю секунды. Кто знает, когда она придет? Что может быть еще более удивительного в этом материальном мире? Что может быть более удивительного? Сейчас я вернусь к главной теме, к изначальной теме. Главная обязанность гуру и вайшнавов. Если гуру и вайшнавы любят вас от всего сердца, они не обманут вас. Прежде всего, они могут дать вам шлепок, пинок, пощечину. Да, побить меня могут. Да, да. Вы не сможете даже увидеть пинок гуру и вайшнавов. Как они пинают? Они делают это через харикатху. Они пинают вас через харикатху, чтобы взломать все ваши неправильные понимания. Когда здание ложного эго построено на вашем сердце, будет разрушено, с помощью этой харикатхи вы поймете, что сейчас я нищий, у меня нет ни гроша, и с этого момента все начнется. Сейчас вы можете осознать свое положение. Все дживатмы на самом деле нишкинчаны, то есть они ничем не обладают. Единственное, то, что у них есть, единственное их богатство — это лотосные стопы Шри Гауранги. Нет, у меня нет никакой собственности. Единственная собственность, которая у меня есть, это Гуру Чаран. Гуру Чаран, то есть лотосные стопы Гуру, в них включены лотосные стопы Баладева, Шри Кришны и Гауранги. Нужно осознать это. Кунти Деви говорит, ты родился ты родился в знатной семье, и это колонна, которая вот этого здания ложного эго. Родился в хорошей семье, значит, много денег, машины и так далее. Очень хорошее образование получил. Хорошо выглядишь, хорошая внешность. Это четыре колонны.
И они, то есть, и поддерживая эти четыре колонны ложного, вы строите комнату для ложного эго. Создаете комнату из ложного эго. Но первое, что делают гуру и вайшнавы, когда приходят, они дают пинок так, чтобы сломать эту комнату, состоящего из ложного эго. И вы становитесь бездомным. Гуру и вайшнавы хотят сделать вас бездомным так, чтобы у вас не было квартиры, комнаты, где жить. Тогда вы осознаете, заплачете из глубины сердца, и гуру и вайшнавы прольют на вас милость. Таким образом, если гуру и вайшнавы говорят строго, потому что гуру и вайшнавы никогда не будут говорить ради того, чтобы удовлетворить вас. Много раз я говорил, что льстецы никогда не смогут проповедовать, никогда не смогут стать проповедниками. Первая обязанность гуру и вайшнавов — это обеспечить вам сильный пинок, чтобы сломать комнату ложного эго. Это первая обязанность Шри Гуру и вайшнавов. Затем вы можете принять дикшу. Если, то есть это произойдет со мной, этот процесс очищения, у меня не будет никаких споров, не останется в сердце, никаких споров, которые сейчас поднимаются по поводу варнашрама, дхармы и так далее. И я могу привести бесконечные доказательства. Тогда мне не нужно будет говорить так много о варнашраме дхарме. Почему я так беспокоюсь об этом? Для того, чтобы спасти вас. Я могу привести бесконечное количество доказательств. Не старайтесь понять меня неправильным образом. Сейчас я... На английском есть пословица: птицы одной породы летают вместе. Знаете об этом? Да, мы знаем, Махарадж. Тогда почему вы не верите на практике в это? Также я могу привести аргументы из Нитья-шастры. Мригай, миго, мигои сангамам анубраджанти, гавасчаго вистурагатурангай, мурхасча мурхай шудио судиви, саману сила весанешу сакшам. И также в Шримад Бхагаватам мы можем найти доказательства. Вы хотите нарушить сиддханту? Не старайтесь принять то, что сказано в шастрах. Человек всегда выбирает круг своего общения в соответствии со своей природой. I can show small girl, boy, those who are coming in front of me, those hear Harikatha. Те, кто приходит ко мне, слушает мою Харикатху, любят меня. Тем не менее, когда они видят, что происходит что-то неправильное, у них нет возможности протестовать этому. В таком случае необходимо покинуть это место. В шастрах сказано, что саду, гуру и вайшнавы дают нам шастра-праман, доказательства из шастр.
Шастра Вичар. И это зависит от нас, принимать это или нет. Прослушав столько классов харикатхи, если вы не готовы принять эту харикатху, Вриндаван Дастакуру, он очень могущественный. Если бы он здесь был, он бы одарил вас пинком по голове или ударом по голове. Я привожу столько доказательств из шастры. Если вы не готовы это воспринять, тогда Вриндаван Дастакур говорит на это, что я ударю вас по голове. Это такую милость может оказать только Вриндаван Дастакур. Думаю, сейчас вы понимаете, что я хочу сказать. В соответствии с Раджа Тама Сатвагуной, человек всегда, в зависимости от того, под влиянием какой гуны он находится, он выбирает себе должную компанию. Соответствующую компанию. Те, кто слушает харикатху, они не заинтересованы в том, чтобы общаться с материалистами, независимо, какой стране они принадлежат. Возможно, вы из Америки. Я не собираюсь никакого особого почета оказывать вам. То есть, никому не важно, из какой страны вы приехали. Все это временное, внешнее. Сейчас перевод шлоки из Нити Шастры. Олень никогда не будет общаться с львом, не будет в кругу львов. Они всегда находятся в стае оленей. Гомата, корова, всегда общается с коровой, живет вместе с коровой, так же, как и лошадь, также живет в кругу лошадей. А мурка, то есть глупец, он будет общаться с глупцами, думая, что мы очень возвышены. Один глупец будет общаться с другим глупцом. Кришна говорит, что сейчас ситуация с этим человеком такова, что его мозги полностью встали на место. Итак, саду стараются общаться с саду. Если под именем саду какой-то человек занимает крупный пост, его мышление может быть полностью материальным. На самом деле, все его поведение, все его дела могут показать образ его мышления. И говорится, что если Гурудев материалистичная личность, необходимо его оставить. То есть дружба строится с теми людьми, кто обладает подобным мышлением, как нашему мышлению. Why? You can remember, I already told
Как я уже говорил, экалабья, благодаря своей концентрации, у него была большая сила. Но его этикет, его поведение было подобно шудре. Если мы такой силой будет наделен какой-то неразумный человек, то что случится с этим миром? Поэтому каждый человек должен, ему должны быть даны обязанности в соответствии с его природой. Шудра не может исполнять обязанности брахмана. Если какая-то сложная ситуация, опасная, в Манусамхите сказано, что, например, вот как сейчас коронавирус, брахман может действовать на платформе кшатриев, как минимум. Если они не могут поддерживать свою жизнь, они могут спуститься до уровня кшатрия, не ментально, но физически, внешне имеется в виду, исполнять. Но говорится, что это не то, что они должны спуститься до вайши или шудр. Так что, если ситуация сложная, он обязан сражаться, тогда это допустимо. Если очень критичная ситуация. А кшатрия, если ситуация очень сложная, они могут спуститься до уровня вайшья. И много раз я говорил о том, описывается природа брахмана в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Пока вы будете слушаться свой материальный ум, материальный мозг, вы можете провести так, играясь тысячи жизней. Необходимо принять прибежище чистого гуру, настоящего, не обманщика, и тогда вы начнете понимать. Придут благие последствия принятия такого гуру. У вас может быть много денег, вы можете много всего запомнить, но бхакти является естественной функции вашей души. Это не гимнастические упражнения тела или ума. And what is the sabab, the duty of, you know, vaishya? Каковы обязанности вайшья? Банижам, вайшья кармо сабабаджам, паричарджаттакам, кармо судрасвапи сабабаджам. Это шлока из Гиты, из Бхагавад-гиты, 19 главы, 18 главы, 43-я, 42-я шлоки. Там говорится, что у вас есть сила внутри вас, с помощью которой вы можете контролировать свое сердце. Внутренние органы чувств, то есть органы чувств вы можете контролировать. Совершая тапасию, вы всегда должны совершать тапасию, вставать в 3-4 утра,
совершать служение, служение Туласи. И не сидеть без дела, как... То есть такая пословица на английском, что с виду идеальный человек внутри может являться прибежищем дьявола. То есть просто сидя без дела. Прежде всего я... То есть Махарадж сейчас говорит о месте для сна. Я сплю таким образом, что я не могу спать должным образом. Хорошо. Я сделал так, устроил так кровать, что как бы, если я засыпаю... То есть если бы я хорошо спал, то как я буду совершать баджан? Два тридцать, я автоматически просыпаюсь. Потому что иначе как бы я мог говорить харикатху, если я не могу свою жизнь поддерживать должным образом. Необходимо должным образом совершать экадыши, принимать шесть раз прасад. Нет, это неправильно. Нужно совершать тапасию, какую-то тапасию, какую-то аскезу. Один-два раза по чуть-чуть есть. И всегда нужно поддерживать чистоту. Чистота ума означает всегда находиться в обществе гуру вайшнавов и Бхагавана. Внешняя же чистота. Не нужно следовать поведению шудр, не нужно вести себя как шудра. Когда вы путешествуете, надо сидеть на... Нужно сидеть... То есть нельзя повторять аник где-нибудь, как попало, в пути. Прежде всего, нужно принять омовение, сделать ачиман, сесть на... асану. И всегда, когда вы собираетесь принять прасад, нужно сделать ачиман. Когда собираетесь повторять гайтри, нужно также повторять, нужно также совершить ачиман. И те, кто не следует этому, являются людьми с поведением тамагуны. Нужно проверять себя, одно и то же внутри и снаружи или нет. Что, нужно убеждаться, что нет лицемерия. И гьяна, о которой здесь идет речь, Janati Brahmo iti Brahman. What is the mean by Brahmachari? Что означает Брамачари? Вы Брамачари или Кармачари? Кармачари mean? Кармачари означает. You know Кармачари? Знаете, кто такие Кармачари? Те, кто работают в разных офисах, слуги, которые служат государству. Нужно разобраться, вы брамачари или кармачари. Если же вы брамачари, нужно должным образом поддерживать свою жизнь. Гьяна, тут имеется в виду гьяна, которая относится к баджану. Если вы будете читать медицинские книги, зачем этим заниматься? Если вы саньяси, зачем погружаться в изучение медицины или чего бы то ни было еще? Никакие материалистичные романы нельзя читать. Рупа Госвами Пад говорит... У вас нет права делать это. Вы должны должным образом следовать гуру и вайшнавам. То есть гьяна, сначала гьяна, когда она становится спелой, она превращается в вигьяну.
И после восприятия вигьяны вы становитесь Сидха Махатмой. То есть сначала гьяна, затем она превращается в вигьяну, вишеш гьяну. Так что вы реализуете истину. И после этого вся сиддханта реализована вами. И не сегодня, так завтра вы станете Сидха Махатмой. Героизм, сила, сила выдержать в любых ситуациях. Устоять перед врагами. Дритхи значит стабильность. И смелость, которая позволяет стоять на поле боя, не убегать с него, как шудра. На поле боя нельзя отступать. То есть такие люди могут защищать общество, служить браманам. То есть это было описание кшатри. А разным бизнесом могут заниматься вайши, но в наши дни мы можем обнаружить, что браманы открывают обувные магазины. То есть сегодня никто не следует уже этой системе. Они хотят служить своим, хотят слушать своего директора. Кто же их директор? Кому они хотят следовать? Своему уму. Да, вот я хорошо, я открою обувной магазин. Приходят посетители, и они примеряют, помогают им примерять, подыскивать обувь. А некоторые провозглашают себя, что мы с линии Нитьянанды Прабу. Но Нитьянанда Прабу не материальная личность. С 3 марта, с 3 мая я буду говорить об этом, о трансцендентности наших ачарьев и дамы, потому что нынешняя ситуация очень опасна. Люди, как сумасшедшие, бегают. Никто не хочет следовать шастрам. Они говорят, что мы... из линии Нитьянанды, но Нитьянанда Прабу не или из линии Адвайты Ачарьи, но они не материалистичные личности, которые занимаются организацией таких линий. Сейчас необходимо понять, что я хочу этим сказать. Почему Дроначарья не дал никому эту астра-видру, то есть это оружие, экалави. Почему не дали экалави? Потому что это было слишком опасно, потому что он был шудрой. Но если рождается ребенок, то смотрят на природу ребенка. Если он очень интересуется Бхагават-катхой, читать Шримад-Бхагаватам Писание, не хочет наслаждаться, хочет следовать правилам и предписаниям. И возвышенные саду могут наблюдать и определить природу,
природу ребенка. И вчера я уже привел документальные доказательства тому, что говорит Шанакади Риша перед Сутой Госвами. Шукадев Госвами является Парамахамса Шрештхой. В один день я бы хотел рассказать о том, что Прабхупад говорил мне эту тему. Некоторые глупцы говорят, что Шукадев Госвами из низкой касты, поэтому Шанакади Риши даровал ему свои благословения. Это глупости. Шукадев Госвами действует как гуру. Шанакади Риши молится ему: «Пожалуйста, садись на Вьясасану и говори Харикатху». Если он сидит на Вьясасане, как возможно он Шанакади Риши благословлять ему? Он принял его как своего гуру. И Прабхупад говорит, что это заключение глупцов, которые ничего не понимают. Завтра я обсужу это подробнее. Шукадев Госвами действует как гуру. Он рассказывает Бхагавад Катху. И Шанакади Риши говорит, что мы готовы слушать все, что ты расскажешь нам. Maintain this social system, you are not going to break rules, you are not going to read Veda. But you can read Bhagavatam, Mahabharata, they are all. Ты можешь рассказать нам любую из шастр, ты знаешь все. И он перевел эту шлоку из Шримад Бхагаватам. Tat sarvam na samachaksho prishto jadiho kinchana. What all we are going to ask from you? Все мы хотим попросить тебя. У тебя есть возможность ответить на все наши вопросы. И таким образом мы хотим принять тебя как своего гуру. Пожалуйста, садись на Вьясасану и начинай свою речь. Ты уже омылся во всех шастрах. И Шукадев Госвами никогда ни с кем не спорил, он проявлял смиренное поведение. Я из низшей касты. Вы выражаете мне почтение, но это возможно лишь благодаря милости моего Гурудева. То есть все, что вы, весь почет, который вы оказываете мне, я все время, то есть я транспортирую его моему гуру Деву Прабхупаде. Ваше почтение не касается меня. И также из Шримад Бхагаватам я уже сказал пару дней назад. Как люди могут извлечь для себя высочайшее благо? Обычные люди не читают шастры, Веду, Веданту. Что же делать им? Девахути говорит, что непонятно. Кто-то из очень низкой касты стал очень известным, могущественным благодаря Харибаджану.
То есть, если вы совершаете бхакти, неважно, из какой страны вы приехали, если вы совершаете харибаджан, парабрахман коснется ваших уст, перестаньте спорить, постарайтесь организовать свою жизнь подобным образом, как было описано. Те, кто уже совершил какие-то ошибки, из-за камы, из-за вожделения, они найдут решение проблем. Какое могу я дать решение? Совершайте харибаджан. Это единственное решение. Вы уже женаты. That you will have to take decision what to do. Why you are going to fight with me? You will have to take decision. Rajastama prakatayo samasila bhajanti boy. But this is the Siddhanta Bhagavatam. Also I told you when Sudama Vipra and Krishna speaking, Krishna with Shadisho. Sudama Vipra говорит Кришне. Matching wife. Подобающая жена. Perhaps by now you have accepted, you know. Возможно, что значит подходящая жена? Что Кришна хотел сказать? То же самое, что я пытаюсь сейчас донести до вас. Вы сами должны принять решение, что делать теперь. Птицы одной стаи летают вместе. Когда Адвайта Гасай начал Харикатху в Майяпуре, настоящие саду стали приходить и слушать. Необходимо поддерживать Дайва Варнашаму. Если мы все будем подчинены этой системе, будем следовать этой системе, мы обнаружим, что все окружающее стало раем, но никто не хочет этому следовать. Кто-то может. Никто, значит, всегда есть исключение. И те исключения, те люди, которые являются исключением, всегда получат благо. Если ваши пищевые привычки отличаются, если вы из разных климатов, ваша природа абсолютно разная. Абсолютно разная. То есть вы выросли в разных ситуациях, в разных обстановках, разное образование. Как же можно жениться в таком случае? Я могу привести несколько примеров на этот счет. Когда Рамачандра отправился в лес, Ситадеви сказала: «Это моя обязанность идти с тобой». «Нет, ты не можешь пойти туда». «Нет, это моя обязанность, я обязана». Вы знаете настоящее значение женитьбы? Однажды я пошутил с западными преданными: ваша женитьба, ваше супружество — не что иное, как мираж. Майридж. То есть там на английском похожи слова. Мэридж и майридж. То есть это разновидность. То есть это иллюзия. Бхактивинод Такур был женат на Бхагавати Ма. И когда Шривас Пандит также был женат, и Бхактивинод Такур был женат, и в этом не было никаких проблем. Вы готовы следовать стандарту, который дают они? Когда Рамачандра отправился в лес, Сита Деви следовала за ним. Рождение и смерть. За жизнью жена следует мужу. Это ведическая культура.
they are writing. Vaidik, they are writing this, you know, word, Vaidik. But if you go, they are Shudra. They are writing in board, a Vaidik culture. Yeah, we, you are Vaidik culture? Eh? You want to make fool of me? Vaidik culture? I can show you a Shudra. Shudra, always you are repenting, Maharaj, I missed that opportunity. I could earn actually 5 lakhs at a time. Oh. То есть люди, называя себя последователями ведической культуры, являют поведение шудр. Они переживают из-за того, что заработали меньше денег, чем могли бы. Только шудры все время заботятся о выгоде и потере. Ваши также заняты этим. Но брахманы никогда не беспокоятся об этом. Таким образом, брахмачари означает тот, кто находится всегда у лотосных стоп Кришны, Чайтанья Махапрабху. He is speaking, I am red cloth, I am yellow cloth, I am white cloth, a man who is going to think about it. And so, I can give you example, so many examples. Я могу привести много примеров, так что, чтобы пришел конец вашему невежеству в этом вопросе. Девахути является дочерью Мануража. But mentally, she wanted to accept Kardam Rishi. Но в уме она решила принять Кардама Риши. То есть женить. Будьте внимательны. Я хочу сказать, что в соответствии с ведической культурой, если какая-то матаджи находится в Варнашрама Дхарме, если она принимает в уме какого-то мужа, если этот человек умрет, она провозглашает себя вдовой. Это... Не знаю, вы слышали это когда-нибудь за бесконечное количество своих рождений или нет? Если какая-то женщина в ведической системе. Сейчас этому никто не следует, но я говорю о правилах и предписаниях. Если какая-то матаджи приняла кого-то как своего мужа, она не может проигнорировать его смерть. Это наставление Кришны. И Девахути является дочерью Ману Махараджа. И целый мир был под контролем Ману Махараджа. Now she is going to give service to Deva and to Kardam Rishi. You go, many times I speak Harikatha, you go and see. Oh, Maharaj, what kind of, you know, Astutian finances, just like Brahman girl. Just like without Brahman girl, not possible. То есть она оказывала... То есть в сердце она приняла его как своего мужа. Она слышала о его славе от Нараджи Махараджа и приняла его как своего мужа. С этого дня она он был в ее сердце. Рукмини Деви приняла Кришну от всего сердца. Множество примеров я могу привести вам. Также Гандарима. На их примере вы можете понять обязанности жены. Вы думаете, что женитьба — это разновидность наслаждений? Но это не так. Посмотрите на жизнь Гандарима. Ее муж был слеп. Когда произошла свадьба, она завязала себе глаза. Так что, раз муж не может видеть, у меня также нет права видеть.
Поэтому в ведической культуре говорится, что жена следует мужу. На санскрите называется сахадармини. То есть жена следует образу жизни мужа, за исключением только тех случаев, когда муж, допустим, пьет или общается с проститутками, не почитает Кришну. В таком случае она может разорвать отношения, оставить такого мужа. Я могу рассказать о случае с Чаван Муни. Он женился на маленькой девочке. Он был невероятно стар в это время. Это слишком длинная история, я расскажу вкратце. Но несмотря на то, что он был очень старым, вся его кожа, то есть тело уже не работало должным образом, кожа отваливалась. Она была вынуждена выйти за него замуж, потому что были совершены какие-то аппаратхи. Но спустя какое-то время Чаван Муни захотел сменить свое тело. Он был великим йоги, он мог делать все, что угодно. И с помощью райского доктора, доктора с райских планет, Асвини Кумар Двай, то есть они сделали какой-то прекрасный пруд и туда поместили разные аюрведические лекарства, травы, такое небольшое озерце. И затем доктор попросил Чаван Риши принять омовение там. После этого Ашвини Кумара Двай, то есть их было два Ашвини Кумара. И после того, как он вышел из пруда, она не могла понять, кто же мой муж. Он настолько прекрасен, прекрасно выглядел, как герой в материальном мире, как полубоги. Она не могла понять, кто же ее муж, доктор или... То есть Ашвини Кумар был там, и муж, и она не могла понять, спросила, кто же из вас мой муж? И затем для того, чтобы защитить ее благочестие, то есть она сказала, что, пожалуйста, скажите мне, потому что если я ошибусь, то я лишусь своего благочестия. И затем они ему сказали, что мы Ашвини Кумары, а это твой муж, и указали на него. Есть много еще примеров благочестия жен. Шрила Бхарати Госвами Махарадж тоже часто говорил на эту тему. Харикатха — это океан Шастра Вичара. У меня нет времени сейчас это повторять, но тем не менее я напомню вам. В Чайтанья Чаритамрите написано, Махапрабху дает пример.
to Sanatan Goswami. Sanatana Goswami. Pratibhata Ramani. Pratibhata Ramani. Pratibhata Chasti Lady. Mahaprabhu giving one example of Chasti Lady. То есть Махапрабху приводит пример благочестия женщины. Пример с женщиной, которая была готова служить своему мужу, больному лепрой. Она служила ему от всего сердца, постоянно. Его ноги и руки уже были поражены полностью болезнью, но она не прекращала свое служение, не оставляла его. Постарайтесь понять настроение преданных Гаудии. Пока я живу на этой планете, я буду рассказывать о славе Прабхупады и его учении. Так или иначе, постоянно. Для того, чтобы понять сердце Прабхупады, я привожу этот пример. Он дан, приведен Махапрабху в разговоре с Санатной Госвами. То есть эта благочестивая женщина была готова служить даже проститутке. По какой причине? Потому что она обладала настроением чистой благочестивой женщины. Муж однажды сказал: вот там очень прекрасная женщина. Она сказала ему: ну, действительно, это проститутка, я хочу получить ее общение. Могла бы ты устроить это? И жена согласилась: конечно, я постараюсь изо всех сил. И тогда эта благочестивая женщина отправилась в дом той самой проститутки и каждый день служила ей без какого-либо вознаграждения. Она сказала, что я хочу тебе служить. Тебе нужна какая-то зарплата? Нет, я просто хочу тебе служить. Хочу помочь там постирать, помыть посуду, прибраться. Все это она делала долгое время. Впоследствии проститутка спросила: я очень довольна твоей работой. Бескорыстно ты служишь мне, без какой бы то ни было зарплаты. Что ты хочешь? У меня одна просьба к тебе. Если ты сможешь ее исполнить, я буду очень счастлива. Мой муж болен лепрой. Он хочет получить общение твое. Хорошо, приводи его сюда. Затем в один день эта благочестивая женщина, она... Ее муж не мог ходить, и она, поместив его на плечи, привела его в дом этой проститутки. Проститутка была, испытывала отвращение, но тем не менее она пообещала, не могла нарушить обещание. И таким образом этот человек хотел наслаждаться этой проституткой, но из-за могущества благочестия этой женщины, как только муж предстал перед этой проституткой, его сердце изменилось. Он начал плакать. Нет, я не хочу больше с ней общаться. Но ты же сам не сказал. Я сказал, я был сумасшедший, я был не в себе. Ты настолько благочестива, и благодаря этому мое сердце изменилось. То же самое произошло с одной женщиной, ученицей Рамануджи Ачарьи. Впоследствии я подробнее об этом расскажу. Она была вынуждена занять деньги у одного богатого человека с условием, что вечером я приду и
дам тебе свое общение. Но сейчас мне нужны деньги для того, чтобы купить пхогу, потому что мой Гурудев пришел в мой дом. Хорошо, бери деньги, но пообещай, что ты придешь вечером. Она сказала все это своему мужу. Он сказал, да, хорошо, ради Гуру Севы. Ты сделала это, хорошо. Хорошо. Ты можешь пойти. Тогда ночью с Прасадом Рамануджачарьем. Вы верите или нет в Махапрасад? С Махамахапрасадом Рамануджачарьи эта женщина по обещанию, как обещала, пришла в дом этого богатого человека и сказала, «Я пришла, как обещала, но прежде всего я принесла для тебя прасад. Ты дал мне денег в долг, и это благо никогда не забуду, полученное от этого. И сейчас я принесла вот вкус этого прасада, потом мы можем пойти в спальню». И этот человек смеялся. Очень вкусный прасад. Приняв прасад, пури, халаву, параманию, сладости. Но в действительности это не были просто сладости, это был Маха-Маха-Прасад, Маха-Прасад Рамануджи Ачарьи. Когда он завершил принятие Маха-Прасада, его настроение изменилось, он начал плакать. «Я очень греховный человек. Я хотел осквернить тебя. Ничего не нужно, возвращайся к своему мужу. Я очень греховен». То есть, приняв прасад, его сердце изменилось. Посмотрите, каково могущество благочестивой женщины. Таким образом, вы... То есть, крайне сложно в наше время найти образцы подобного поведения. Вы можете сражаться со мной, не принимать Дайва Варнашраму. Это ваш выбор. И Махапрабху сейчас говорит, что перед проституткой этот муж начал плакать. Ты настолько чиста. Я хочу принять пыль с твоих лотосных стоп. Давай оставим это место. И жена, опять водрузив мужа на плечи, они пошли назад. По пути они увидели в Мандапа Риши. Там случилось какое-то большое происшествие. Без каких-либо объяснений царь захотел наказать Мандапа Риши. Один вор своровал много всего, и он был настолько разумный, что когда они обнаружили пропажу, он исчез. То есть умные воры устроили так, что когда они поняли, что им не избежать царя, они все награбленное спрятали в месте Мандапа Риши, где он совершал баджан. И когда слуги царя пришли в то место, они все пропавшее обнаружили вместо Мандапа Риши и схватили его. Зачем? Почему меня схватили? Ему объяснили. Царь дал ему серьезное наказание. То есть там какая-то особая разновидность казни была назначена ему. Но благодаря могуществу Мандапа Риши царь не смог убить его. Of that trident, he, out of his own power,
Он начал совершать баджан там во время казни. Это было ночью. То есть, нет, вернувшись, наверное, в то место, он продолжил совершать свой баджан. И была ночь, было темно, когда эта женщина возвращалась с своим мужем на плечах. Они медленно-медленно шли. Ничего не было видно, она ничего не видела. И так случилось, что нога мужа коснулась Мандапа Риши, и он разгневался. «Кто это пинает меня тут? Я прокляну вас». Проклинаю его, что утром с восходом солнца он умрет. Тогда благочестивая женщина встала и сказала: «Кто ты такой?» «Я Мандапа Риши. Зачем ты проклял моего мужа?» На самом деле он сказал, зачем он меня пинает. И она объяснила, что на самом деле он болен лепрой, он не может ходить, и я несу его на своих плечах. Каким-то образом, совершенно случайно, моя его нога коснулась тебя. Ты не должен проклинать его за это. Нет, то, что я сказал, исполнится. И тогда благочестивая женщина сказала: если я благочестива, я обещаю, что солнце не взойдет. Я обещаю тебе, ты проклял моего мужа, и я также обещаю тебе, что солнце не взойдет. И солнце не взошло, не взошло. И весь мир ощутил эту проблему. Солнце не взошло. Полубоги начали молиться лотосным стопам этой женщины. О, благочестивая, ты так чиста. Ты должна пролить свою милость. Мы благословляем тебя так, чтобы твой муж остался в живых. Итак, Махапрабху таким образом дает этот пример могущества благочестивой женщины. Вы думаете, что женитьба — это разновидность наслаждения? Шутка, но вы должны быть очень ответственны. Прежде женитьбы вы должны задуматься о том, что вы делаете. Поэтому неразумные люди женятся, и очень скоро их жизнь разрушается. Таким образом, женитьба — это не шутка, и необходимо следовать Дайва Варнашраме должным образом. Вчера я коснулся того момента, что мы не собираемся увеличивать число попрошаек в Гаудия Матхе. Будьте внимательны на этот счет. И также мы не собираемся увеличивать число идеальных людей. Так что богатые люди будут давать разную пищу, а те, кто живут в Матхе, будут сидеть, просто наслаждаться этой едой и ничего не делать. Постарайтесь понять обязанности ачарьи. В наше время ачарьи хотят порадовать своих учеников. «О, что тебе нужно? Почему ты злишься? Приходи, прими прасад». И ученик уже обнаружил, что мой Гурудев материален. Он ест в отелях. Но это же проповедь. То есть в таких условиях это нормально, когда мы проповедуем. В пятизвездочном отеле я могу... То есть они едят на тарелках с луком. При людях они совершают, следуют каким-то правилам, но когда условия такие, что условия проповеди, они ничему не следуют. You're going to preach. I know. That is why the situation of this world.
Такова нынешняя ситуация. И вчера я был вынужден сказать об этом, что мы не поддерживаем Гаудиамат для того, чтобы взращивать число попрошаек или хулиганов. Ачарьи могут давать какую-то ответственность хулиганам, то есть криминальным людям. То есть эти криминальные люди, у них есть связи с полицией, полиция может прийти, принять просад и позволить делать все, что хочет это общество. Но хороший саду, он не может поддерживать все вот таким вот образом, в таком русле. Один политик, то есть говорится, что нужно вручить ответственность управления матхом, храмом, какому-то человеку с политику, какому-то криминальному человеку. Так что он может кого-то поставить на место. И нужно задуматься о том, что в такой ситуации могут получить ачарьи, и что в такой ситуации может получить ученик. Вы должны сами об этом подумать. И то, что я хотел сказать, что Прабхупад всегда хотел, чтобы все преданные были вовлечены в Харикатху. Это то, чему я хочу следовать. Я не могу для вас устроить парамания, то есть сладости и так далее. Это не значит, что я вас не люблю. Все мои западные иностранные дети, я могу пообещать и сказать, что они наслаждаются. То есть моя любовь и привязанность с вами, моя самая глубокая любовь к вам, с вами. Я не разрешаю никаких сладостей. То есть это не значит, что я вас ненавижу. Я люблю вас от всего сердца. И потому что вы получаете эту особую милость. Почему? Потому что вы приехали из таких стран. Прежде от моей предыдущей матери. Сейчас моя мать — это мой Гурудев, и он все для меня. Но я слышал в детстве от моей предыдущей мамы. Она рассказывала о какой-то семье, что там пять детей было, пять братьев. Кто-то из них был знаменитым доктором. Кто-то еще кем-то, то есть хорошие посты занимали. Но младший был бедным электриком. Кто-то его, когда что-то сломалось, звали его, там по 10 рупий платили. Очень бедно он жил. Но мама жила с богатыми братьями. Они вкушали очень вкусную пищу. Но когда мать собиралась принять прасад, она все время плакала, проливала слезы. Мой младший сын не может этого поесть. Он такой бедный, он может себе устроить только шпинат, там травку какую-то. И вот сейчас вы приносите мне шпинат, устро заботитесь о том, что у меня тоже ничего нет, и это одно из проявлений вашей особой любви, и я наслаждаюсь этой любовью. Это одна из видов расы, которой я наслаждаюсь. Таким образом, я принимаю
Если вы дадите мне 10 рупий, с любовью я приму это, но если вы дадите мне миллион долларов, я выброшу это. Я научился от моей матери, что потому что ее младший сын очень беден, когда она принимала пищу, она все время заботилась, принял, чтобы он принял, она откладывала пищу для него, и вечером, в общем, делилась своей пищей с младшим бедным сыном. Каждый день она делала это, так что никто не знал. И таким образом, западные преданные получают много-много милости от читания Махапрабху и Нитянанды Прабху, от Гуру Варги и от меня также. Я люблю вас очень сильно, потому что нужно понимать, что вы приехали из такого места, из таких далеких стран, и вы захотели принять это учение. Насколько вы удачливы, необходимо проливать на таких людей особую любовь. И мое сердце все время плачет по вам. И будьте уверены, что я не собираюсь вас обмануть. С 4 числа я буду рассказывать о трансцендентной проповеди Гуру и Вайшнавов, а также о особенностях Прабхупады и Гуру Варги. Они настолько умны, что не беспокоят. Такое нас очень секретно меняют наше сердце, очень секретно, незаметно. И в то же самое время они совершают свой собственный баджан, они поддерживают свой баджан, и в то же самое время они помогают вам. Не так, что... Mutually, that doesn't mean Maharaj can leave all his etiquette, achar and everything. Потому что Махарадж не подстраивается никого, он оставляет все правила поведения вайшнавов и так далее. Demons to take prasadam? No. Нет. This is not the procedure shown. I cannot take prasadam in front of people. Я не могу принимать прасад перед материалистами. Никто не видит, как я ем, потому что они начнут думать, что я, конечно, я материален, но они взрастят какую-то плохую концепцию. И то, как я принимаю... То есть лучше всего так, чтобы никто не видел, как принимается прасад. Итак, в следующий раз я расскажу о том, как Прабхупад, Гуру Падма показывает нам эту технику, как совершать баджан внутренне, но внешне помогать дживам. Как Радхарани, насколько она умна. Наша бесконечная Брахманда. Радхарани является гуру Кришны. Насколько она умна. В деталях я расскажу это в следующий раз. Вы должны благословить меня, чтобы я смог говорить об этом. Из-за прерывания Харикатхи я просто плачу от этого, потому что это то, чего я не могу вынести. Я могу вынести все, что угодно, но беспокойство во время Харикатхи это невероятно сложно терпеть. Вчера 4 раза прервался катха, я хотел многое сказать, но я все забыл. Простите меня. Суджанар Бударадито Паду Джугам, Джугадхарма Дурандара Патрубадам, Барадавайадая Капуя Падам, Панамами Садапа Бхупаду Падам, Панамами Садапа Бхупаду Падам,
pranamami sada prabhupada padam vanchakalpaturusiki basindibhavacha patitanam pavanibhavishnabhyo namo namo.